Так, блять, всем привет, добро пожаловать на канал Завода, меня зовут Дима, и мы продолжаем прохождение игры Киберпанк 2077. Итак, в нашей башке чип, который нельзя вытаскивать. И на этом чипе у нас образ террориста, который захватывает наш мозг. Это очень плохие новости. Так, еду мы сходу нашли. Так, письма надо почитать. Так, применить. Что тут пишет-то? 4 сообщения. Любовница, задолженность по аренде. Ладно, потом разберемся, заплатим. Мега розыгрыш, спам. Мошенники. Херня. Вредоносное программное обеспечение. Выкомплено атакован 3 раза наш. Зафиксировал 2 попытки завладеть нашим персональным данным. Попыток повредить ваш компьютер требует немедленного действия. Наша программа не реализует любую угрозу, незаконно. Короче, все вата. Так, идем дальше. Тайник. Да и в тайничке забираем всю одежду. И нам нужно ее одеть. Так, одежда. Снаряжение. Ой, совсем голенький в трусах. Смотрите. Так, вот это кепка. Так, куртка. Надо какую-то посерьезнее. Так. Вот это сойдет. Маечка, чтобы сиськами не щеголять. 33, 39. Грузоподъемность плюс 5. 29, 33. Возьмем вот эту. Пока у нас с грузоподъемностью проблем не было никаких. Так, вот это очки. О, найс, ебать. Пойдет. Сойдет. Походим. Так, штаны 3,9. 17. Очевидно, что эти. Так. Бинты, это в которых мы лежали, болели нам. Это неинтересно. Так, дальше. 15, 17, 3. Тупо там, где брони много, то и одеваем. Все? Все. А нет, не все. Стопы, оружие. Оружие. Где наши пушки? Где она была? 106, 109. Я ж какие-то улучшал. 101. Это не то. Так. Хотя нет. А, вот же она. Нет. Так, а где моя пушка? Тогда дополнительно пополнить боезапас. А где пополнить боезапас? Вот. Обана. Такимура, надо встретиться. Приходи в дайнер дома. Это еще зачем? Потому что я тот, кто спас тебе жизнь. Честно говоря, я еще не пришел в себя после того, что со мной случилось. Это случится еще не скоро. Так и что же? Если ты хочешь жить, тебе нужно вернуться в игру. Время не ждет. Дайнер дома. Я буду там. Так, дайнер дома, блять, опять глюки. Тихо. Чё за херня, блять? Сейчас опять этот хер вернется. Так, все. Где отошло? Так, я захотел зайти в рюкзак и посмотреть, что тут есть. Так, электромагнитную. А почему я не могу ее разрезать? А, потому что она у нас. Так, разбираем. Все, не нужно весь хлам. Просто подчистую. Будем оставлять только бронебойные пистолеты, которые просто шотят в бошку. Поставим глушитель, чтобы втихаря носить головешки. И просто будет бомба. Я хочу пистолет, вот как у Сильверхенда. Такой вот беленький, он сквозь стены может бить. Сквозь стены. Это просто нон-стоп. 106, 31, 38, 46, 31, 38. Так, физический урон плюс 29. Нет, это 39, 47. Так, ну вот этот лучше. Так, у нас катана еще есть. 429.
Продаем. Не нужна нам катана. Так, здесь у нас куртка Мальстрёма. Хуже, продаем. Колы Волка, продаем. Я понимаю, что это нам дали за заказ, но... Ну, за покупку в игре, игры в Стиме, я думаю, нам это не нужно. Не нужно хранить это. Будем искать, добывать и улучшать. Я буду качать инженера. Поэтому я смогу себе потом в будущем создать те пушки, которые я сам хочу. Просто лучше выбрать. Так, здесь... А, здесь. Так, мне нужна та пушка, которая стреляет. Вот это пускай будет в этом случае. Здесь будет у нас 106. 109. Так, вот эта пушка. Так, а это получается мы разбираем эти. Раз, два, три. Так, и это. Это нам тоже не надо. Как убрать? Убрать колесико. А, так. И разбираем. Все. Всё. Так. Дальше. Мы заходим, блядь, в задания основные. Встреча с Такамаруро. Это. Прочитать сообщение администрации. Мегабашня. Так, сообщение. Так, а где сообщение? А, это на телефоне. Ладно, администрация, вот она. Так, а зачем звонить-то? Алло, стоп, сбрось. Администрация, открыть сообщение. Администрация Мегабашни H10 уведомляет вас, что ваш автомобиль ждет вас на ближайшей автостоянке. Желаем хорошего дня. Спасибо, благодарю. Так, поехали. Хорош тут торчать. О, нести всякую чушь. Чушь. И мы перемещаемся к башне. Башня вот он. Будем быстро двигаться. Быстро перемещаться. Если тут есть такая возможность, почему бы ей не воспользоваться? Вот так вот и проходит наш день. Из точки А в точку Б одни загрузки. Так, все. Так, новое сообщение. Привет. Да иди ты нахер. У меня еще долг там висит Виктору. Так, транспортная покупка. Не надо нам это. Нам это пока не интересно. Вот как бабосиков побольше станет, тогда обязательно купим какую-нибудь нормальную пушку. Так, о. Садись. Сел. Ты выглядишь неплохо. Пока ехали в машине, мне казалось, что ты не выживешь. Чего вы, собственно, от меня хотите? Для начала, скажи мне, где найти Эвелин Паркер. Эвелин? Зачем она вам? Она в интимных отношениях с Йоринобу Арасакой. У нее есть к нему подход. Я сам хотел бы с ней поговорить. Она обещала, что избавит меня от чипа. Я бы на это не рассчитывал. Она, скорее всего, уже далеко. Вот вы сами и ответили на свой вопрос. Эвелин уже далеко. Почему ты думаешь, что она поможет тебе с чипом? Ей помогает корпорация? Без понятия. Эвелин много знала про чип. У нее была засекреченная информация. Не знаю, кто она, но в ней была скользкость, как у корпоративных агентов. Ну, вы понимаете. Во мне тоже есть эта скользкость. Вас выставили за дверь. Ваше место теперь среди изгоев. Забыли? Простите, что не смог вам помочь. Я немного тороплюсь, так что... Ви, подожди. Ты нужен мне. Йоринобу Арасака должен ответить за отца убийства. Ищите справедливости? В Найт-Сити? Я хочу отомстить. Здесь это сделать проще. Есть люди,
которые помогут мне прикончить Йоринобу. Мне нужно только их убедить. Думаете, они поверят какому-то наемнику? У меня нет других доказательств. Тем более, я здесь никого не знаю. И за мной охотятся. Так мы что? Такие зайдем в Арасака Тауэр и объявим всем, что Йоринобу преступник? Что он убил Сабура Арасаку? Мы будем говорить с адекватными людьми на нейтральной территории. Есть процедуры, которые помогут установить правду. Детектор лжи? Нет, спасибо. В таком случае, подумай сам. Ты умираешь. Ты не знаешь, как тебе спастись. Во всем виноват чип. Изобретение Арасаки, о котором знают только там. Арасака может тебя убить, но может и спасти. Главное, чтобы нужные люди встали на твою сторону. Политика. Вы говорите про Андерса Хельмана? Откуда ты о нем знаешь? Я же готовился к налету. Хельман разработал и создал этот чип. Он только пешка. Я имел в виду более влиятельных людей. Тем более Андерс Хельман бежал из Арасаки. Он предатель. Ебать, что за Трасиляева там? Смешно, типуля. Так, а субтитры не подвезли? Итак, Ханако-сама, я хотел бы спросить вас. Да нормально. Куда ни плюнь, везде Арасака. Эй, я вообще-то слушал. Слышь, не ори! Никому кроме тебя не интересны эти корпоративные шлюхи. Во-во-во-во. Что ты сказал? Чё слышал? Так и Мура не надо. Хотя бы один из вас не кретин. Чувак, здесь другой мир. Здесь могут, блядь, тебя и раздеть. Все твои примочки снять, открутить. Спасибо за предложение. Я подумаю. И перезвоню. Мне нужно время, чтобы придумать план. Ты много выиграешь, если мне поможешь. Только прошу тебя, не уезжай из города. С чего бы? Скорее всего, только здесь я и найду кого-то, кто мне поможет. Кого-то, кроме специалистов Арасаки, таких людей не существует. Мы только что обсуждали варианты. Андерс Хельман создал этот биочип. Я найду его, и он решит проблему. Даже если придется опять перейти дорогу Арасаки. Хельман сбежал от них. Я сам искал его много дней. Он, как это говорится, как камнем, как в воду канул. А зачем вам Хельман? Это от него Сабуру Сама узнал о планах Йоринобу. Хельман хорошо знал их обоих, поэтому он может быть ценным свидетелем. Крысы громко пищат, если прищемить им хвост. Я собирал информацию несколько дней. Все пути вели в одно место. В клуб посмертия. Меня там быстро развернула королева фиксеров. Бестия. Приняла вас за пиджака? Решила, что Сабура Сама погиб от моей руки. У Бестии много информаторов. Она знает все, что творится в городе. Я попробую спросить ее насчет Хельмана. Это грубая, жадная и мелочная женщина. Желаю удачи. Для начала я попробую поискать Эвелин. Если она не помогла тебе до сих пор, то уже не поможет. Слышали про воровскую честь? Да. Только у воров как раз нет чести. Есть просто честь. Йоринобу Арасака бы с вами согласился. Это Паркер тебе не поможет. На твоем месте я бы приготовил запасной план.
Я не могу здесь больше оставаться. Ты можешь делать, что хочешь. Ищи Паркер, Хельмана, кого угодно. Я встречусь с друзьями, которые могут мне помочь. Когда люди из Арасаки будут готовы тебя выслушать, я позвоню. Тогда до связи. Если ты каким-то чудом доберешься до Хельмана, дай мне знать, пожалуйста. Нам с ним есть о чем поговорить. О, блядь, здоров. Фастфуд и грязь. Да, в чем-то этот город не меняется. Арасака все так же хочет захватить мир, а мир неумолимо погружается в хаос. По крайней мере, бестия еще жива. По-моему, ты охренел. Сначала пытаешься меня убить, а теперь подмазываешься, типа ничего и не было. Вообще, чтобы я слышал, не обязательно говорить вслух. Чего тебе надо? Я обдумал все это дерьмо еще раз. Теперь ты нужен мне живым. А не пошел бы ты нахер? А представь, каково было мне. Ты проснулся на свалке, а я в твоей голове. Рядом с твоими мыслями, воспоминаниями. Так что, думаю, мы в расчете. Я успокоился и стал думать, что со всем этим делать. Мы ведь можем помочь друг другу. Давай начнем с бестии. Я ее 1000 лет знаю. Ты призрак прошлого, чувак. Все твои друзья или сдохли, или впали в маразм, и нихуя никого не помнят. Сильверхенд умер легендой. Такое не забывается. Допустим, ты знаешь бестию. Что мне ей сказать? Что моя мозговая опухоль — это ее старый дружок Джонни? Да ладно, бестия слышала и не такую хуйню. Причем в те времена, когда твоя мамаша еще целкой была. Можешь не рассказывать. Я видел твои воспоминания. Жесть. Бестия сделает все, что я скажу. Просто приведи нас в посмертие. Нет никаких нас. Вот это вот, блядь, пиздец поворот. А подмышки у него прям волосатые. Заполучается с 23-го по... с 27-го по... 77-й, за 50 лет, как они у него отросли-то. Так, позвонить Джуди. Давайте Джуди наберем. Что она нам скажет? Эй? Это ты? Блин, а я думала, ты... умер. Слушай, мне надо найти Эвелин. Давай лучше не будем о ней. Ты знаешь, где она? Я тебе что сказала? Не спрашивай. Что-то понравилось? Точка. Давай, может, встретимся и поговорим, а? Ты в Лизис? Так, Джуди в Лизис. Значит, нам надо в Лизис тоже. А Лизис у нас... Ох, как он далеко. Так, значит, доходим до ближайшей точки. И направляемся в Лизис. Вот она, голубенькая нужна. Хочешь, зайдем. Так, у нас получается что? То у нас есть ученый, который помогал придумывать этот чип. Так, я правильно иду? Я, по-моему, неправильно. О, стрелочка показывает. Ладно, пойдем по стрелочке. Так, есть ученый, который придумал в команде с кем-то этот чип. Где, что там? Это... Вон там. Оба-на, это что такое? Ты. Ни хрена себе. Глянь-ка сюда. Ты это видишь? Либо я совсем поехал, либо это какое-то мистическое откровение. А как зовут ту эзотерическую тёлку? Мисти? Да не, это у меня нейроны шалят, надо показаться Виктору. Хотя, можно и к ней зайти. Что это за хрень-то? Какое-то послание, может? Какой-то знак чему-то. Или, может, пасхалки какие-то. Ладно, я думаю, немного попозже мы с этим обязательно разберемся.
Так, а пока нам нужно быстрое перемещение. Так, кстати, это по смерти клуб. Так, вот сюда. Идем в Лизис. Надеюсь, Джуди нам скажет, где Эвелин Паркер. И мы ее быстро отыщем. Да, ну поворот, конечно, жесткий. Очень жесткий. И Джонни Сильверхенд, ну, очень-очень культурный, добрый человек. Так. Эй, кажется, я тебя уже видела. Ну да. Да, я зайду, а. У меня хорошая память на лица. Че они такие охуенные, как у меня? Почему? Мне нужно поговорить с Джуди. Она у себя? Ага. По лестнице вниз. Я скажу Джуди, что ты к ней. Да я был тут уже, я знаю, где она. Эй, давай еще раз. Что там требует тебя? Кайфовый клуб. Просто кайф. Джуди опять устраивает. Эй, куда собрался? Там да ничего Джуди. Интересного пусть нет. Пусть идет, это друг Джуди. Видишь, твой друг очень милый, знает, кто я такой. Ну ты добил твой бабулью. Хватит присылать мне всех шлюх, которых встречаешь. Что мне с ними всеми делать? Раз тебя так заботят левые люди, займись вон своим гостем. Сьюзи, мы не договорили. Да нет, сука, договорили. Ты чё такая грубая, блядь? И штаны одень. Привет. Кто у нас тут такой настойчивый? Это я. Нам больше не о чем разговаривать. Мне вроде ясно выразилось. Или что, намек был слишком тонкий? Вы мне чем-то напоминаете кочевников. Они тоже любят поговорить о поддержке и взаимопомощи. Классическое противоречие. Что важнее, семья или остальной здесь мир? Здесь клуб, и всем насрать на твое мировоззрение. Джуди, ты давно разговаривала с Эвелин? Мне надо ее найти, это важно. Зачем? Хочешь отыграться за налет, который сам просрал? Ты знаешь, чем все кончилось. Значит, вы с ней говорили. Я знаю, что ты запорол дело и потерял всех своих. Настоящий профессионал. Ебать, это пиздец. Типа я специально это сделал. Куда ты пошла? Я не успел ответить. О. Я тоже получил пулю. Ой, я умер. Что ты? Для наемников риск — это часть профессии. Конечно, я рисковал, как и мы все. Но Эвелин дала нам заказ и рисковала в первую очередь. Она с самого начала знала, на что идет. Ладно. Придется разгребать это говно вместе. Но ты в отчаянии. У тебя это на лице написано. Как это сквозь меня ходишь? Окей, ну допустим, я в полной жопе. Биочип, из-за которого устроили налет, медленно убивает меня. Заказчик Эвелин может что-то знать об этом биочипе. Это может меня спасти. Вот поэтому я хочу узнать, кто ее нанял. Ну, допустим, я тебе верю. Ладно. Эвелин кукла. Раньше работала в облаках. Советую искать ее там. А где это? Там на столе портсигар с адресом. Возьми его и отдай Эвелин, когда ее найдешь. Так, так, портсигар, где он? Вот он. Мегабашня? Статусное место. Стой! Че? Скажешь потом, как у нее дела? Окей? Окей, я тебе позвоню. Спасибо, Ви. Да не за что. Мне не сложно. Кукла. И почему я не удивлен? Тенграмма в поврежденном мозгу. Тебя ничего не должно удивлять. Ну что, поедем в эти облака? А почему бы и нет? Да, мы
Идем в облака, посмотрим, что там, как там, кого там, куда там. Насколько я понял, это элитное место любви. Так, а как я иду? Так, это возьмем по пути. Не помешает точно. Клуб закрыт. Ты же не Кевин. Тебе никуда не пора, малыш. А за виртами Джуди? Эй-эй. Да? Годные штуки. Сама посматриваю. Так, добраться до мегабашни H8. Так, а у меня башня H10. Может, это где-то рядом? Ого. Совсем не рядом. Ну, тут без тачки не обойтись. Ладно, покатаемся. Так, а ты кто? Меня зовут мистер Хэнс. Если тебе нужна работа в Пасифике, звони мне. Я Ви. Ну, не слышу, приятно познакомиться. Ха. Наше знакомство — честь для меня. Нужна будет работа. Звони. Короче, это очередной фиксер. Так, где мне машину взять-то? Моя машина возле моего дома. Так, может тормознуть тачку какую-нибудь? Во-во-во-во, давай, я хочу на ней покататься. А, блин. Ну, ладненько, ладненько, эту. О, ты могу. Не можешь. Могу, чувак, могу. Сорян, чувак. Потом по GPS найдешь. Мне просто надо и опять до дома телепортироваться, потом машину там свою искать, где там припаркован. Это все долго. Ой-ой-ой, как ее заносит фургончик-то. Так. Давайте следующее радио. Так, а ты кто? Давно, а тебя не слышно. Пока Каакада. Госпожа и хозяйка Уэстбрук. Загляни ко мне, когда будет минутка. Нам нужно рассчитаться за Сандру Торсент. Вы хорошо сработали. И твой друг. До связи. Да, хорошо, только друг теперь мой мертвый. Так. Я понял. Я буду чуть попозже. Так, что ж такое, все повороты пропускаю. Так, ну тут с мини-карты очень-очень плохо все. Потому что пропускаешь каждый поворот. Или гнать не надо, так. Все, мы приехали к башне. Я слышал, ты вчера... Так, тут даже лифт есть. Хорошо, хорошо. Так, это что за такое за место-то? Единственное, что мы можем тут получить... Это пизды. Причем скорее в плохом смысле. Откуда такие прогнозы? Я что-то упустил? Эта монтажерша что-то скрывает. Башню явно держат тигриные когти. Мы уже как минимум двоих видели. Тигриные когти, считай, филиал Арасаки. Интересно. Все корпораты играют грязно, но улицы еще хуже. Там вообще одно говно. Так что корпораты отдают улицы на откуп бандам. Не хотят запачкать свои воротнички. Что тут удивительно? Ну да, ну да. Пошляют за крышу, можно сказать. Так, а это... Че за на? Клуб облака. Здесь подождать до вечера. О, быстро. Некоторое время спустя. Обана. Обана. Что это за голограмма? Интересненько, интересненько. Ладно, заходим, посмотрим. Так, блядь, что происходит? Добро пожаловать в облака. Мы знаем, чего вы ищете. Ты что со мной сделала? Не желаете подключиться к терминалу? Давай. Хорошо, попробуем.
Сеанс пройдет в реальности, так что события могут принять неожиданный оборот. Не спешите отключаться, если вам некомфортно, иначе пропустите что-нибудь интересное. Если вы считаете, что не готовы к происходящему, сеанс можно прервать в любой момент. Выберите стоп-слово. По смерти. Угу, сохранила. Теперь подождите немного. Я считываю ваш профиль. Скоро вы увидите совместимых с вами кукол. Че это за кукла? Два совпадения. Интересно. Это нормально или... А что такое нормально? Вы просто особенная личность с особенными вкусами. Ничего, система справится. Кто вам больше нравится, Ангел или Скай? Так. Ангел, это, по-моему, девка. Так, мне вообще вот... Я ищу Эвелин Паркер, она здесь работает? Сейчас проверю. Эвелин сейчас недоступна. Я должен ее увидеть. Это важно. Доверьтесь алгоритму. Он подберет для вас наиболее подходящую куклу. Все они могут в любой момент поменять цвет волос и глаз по вашему желанию. Я хочу только поговорить с ней, и все. Вам не о чем беспокоиться. Кукла поговорит с вами о чем только захотите. Прости, она сказала что-нибудь полезное? Раз тебе нужна особая жратва, шли нахуй официантку и сразу иди к повару. Кто вам больше нравится, Ангел или Скай? Так, ну давайте возьмем. Наверное, выберу Скай. Полностью поддерживаю ваше решение. Внесите оплату, и через минуту вы окажетесь в облаках. В смысле, блять, оплаты? Ты что, и платно, что ли? Так, что делать? Чё? Так, ну ладно, заплатим. Вот, пожалуйста. 500 евро баксов, не так уж много. Оплата успешно прошла. Если хотите расслабиться перед сеансом, весь этаж в вашем распоряжении. Скай ждет вас в 9-й кабинке. Можете отключиться. Это все? У нас в облаках действует жесткий запрет на ношение оружия. Пожалуйста, сдайте его на хранение. Блять, да опять сдавать оружие. Что за хуйня, блять? Только двое готовы для тебя ноги раздвинуть. Небогато. А не пошел бы ты нахуй, Джонни? Облака одно из... Согласен. Спасибо. Желаю вам приятного отдыха. Согласен, чтоб ты пошел. Она сказала, я уникальная личность вообще-то. Привет. Здорово. Я Скай. А тебя ведь зовут Винсент? Винстон, блять. О, сеанс обещает быть интересным. Итак, Ви, ты умираешь. Не понял, блять, ты знаешь. Откуда знаешь, что я умираю? Глубоко внутри ты боишься. Смерть тебя пугает. Даже если так, тебе-то какое дело? Из всех голосов в твоей голове громче всех тот, что зовет на помощь. Посмотри вокруг. Это все твои мысли. Я ищу девушку по имени Эвелин Паркер. Она работала здесь. Знаешь ее? Где она сейчас? Я знаю, что тебе нужны ответы, но не те, о которых ты думаешь. Вопрос вроде был простой. Найти Эвелин Паркер для тебя не самое важное, правильно? Ты ищешь что-то другое. Я чувствую твой страх. У меня нет времени на диспуты. Я задаю вопрос, и ты отвечаешь. Где Эвелин? Почему мне сказали, что она тут не работает? Когда ты ее видела в последний раз? Что ты знаешь?
У Эвелин была своя история, которая стала частью твоей. Ты ее найдешь. Ты всегда добиваешься своего. Че, блять, это за психологическая атака? Ты че, мысли мои читаешь? Ты так и будешь говорить загадками, да? Я не смогу помочь, если ты этого не захочешь. А дальше что? Медитация? Что-то вроде того. Попробуй. Думаешь, ты меня хорошо знаешь? Окей. Тогда скажи мне, чего я боюсь. Есть то, что ты ото всех прячешь. Ну, значит, для этого есть какая-то причина. У всех свои секреты. Да. Ты должен сам ответить на свой вопрос. Не для меня, для самого себя. Тишина. Я сдох один раз, а теперь подыхаю заново. Я еще и не знаю, как это остановить. Ну что, довольна? Ты боишься, потому что потерял надежду. Еще совсем недавно ты хотел стать лучше всех в Найт-Сити. Ничего не изменилось. Это главная цель моей жизни. Правда, у меня немного времени, чтобы ее достичь. Хочется хоть что-то оставить после себя в мире. Вместо надежды ты чувствуешь только боль и отчаяние. Мне кажется, ты боишься исчезнуть, как будто тебя никогда не существовало. Или ты боишься стать кем-то еще? Кем-то другим? Да, блять, откуда ты все это знаешь? Те, кого я потерял, живы в моей памяти. Я тоже останусь в чьей-нибудь. Или стану мерзким голоском в голове чужого человека. Ты же понимаешь, что смерть — это не разрушение. Не конец всего, а перемена. Эта мысль может спасти тебе жизнь. Я боюсь стать кем-то другим. Забыть, кто я есть. Ты и так становишься кем-то другим. Каждый день, каждую секунду. Но я все-таки чувствую связь между тем, кем я был, и в кого я превращаюсь. На самом деле... Ты боишься стать тем, кого ты совсем перестанешь узнавать. И что дальше? А дальше ты узнаешь, что именно тебе нужно делать. Серьезно? Ты мне скажешь? Да. Ты никогда ни перед чем в жизни не отступала. Даже когда, возможно, стоило... В Найт-Сити можно с легкостью поймать пулю, даже пока ждешь такси. Но это никогда тебя не останавливало, не мешало быть собой, добиваться своих целей. Не помешает и сейчас. Как их добиваться, если мир так быстро меняется? У тебя все получается. Мир меняется благодаря тебе, и ты меняешься благодаря ему. Ни одно живое существо не стоит на месте. Ты не исключение. Не оглядывайся назад. Если надо убить, убивай. Если надо все сжечь дотла, пусть горит. Спасибо за все это. Так не хочется вставать. Никому не хочется, но всему приходит конец. По смерти. Что происходит? Все, блядь, конец сеанса. Эй, меня почему-то выкинуло из сессии. Я хочу с тобой поговорить. Что? Ты сейчас серьезно? Ты сорвал стоп-кран просто, чтобы поговорить? Что-то случилось? Я что-то не так сделала?
Расскажи мне, что ты знаешь об Эвелин Паркер. Не особо много. Тут у всех свои кабинки, свои клиенты, свои проблемы, свой маленький мир. Это хрупкая экосистема. Когда такие, как ты, в нее влезают, она быстро рушится. Так что... нет. Помоги мне. Очень тебя прошу. Я просто хочу поговорить. Узнать, все ли у нее хорошо. С ней могло что-то случиться. Тебе, может, в голову не приходило? Но жизнь у кукол не самая стабильная и безопасная. Сегодня ты тут, а завтра на улице или вообще в могиле. А что-то необычное в последнее время происходило? Ладно. Я слышала, что клиент ее искалечил. Больше ничего не могу тебе рассказать. Точно? Такие поганые штуки случаются настолько часто, что все решили уже просто забить. И вообще, спроси лучше Тома. Они все время тусили вместе, могли сплетничать часами. Что за Том? Кукла, как и я. Как и все мы. А ты что думал, кинозвезда? Где мне его искать? В вип-зоне. Вторая кабинка вроде. Видишь, какая-то польза от тебя все-таки есть. Спасибо. Так, нам нужно попасть в вип-зону. А где вип-зона? Вип-зона. В смысле не могу войти? Какого хера? Я тут, блядь, каждую неделю бываю. На этой неделе у вас нет доступа в вип-зону. А я говорю, есть. А я говорю, нет. Пожалуйста, обратитесь к администратору. Нет, блядь, я к тебе уже обратился, еблан. Ты вообще понимаешь, кто я? Какие-то проблемы? Ебать, базар. Этот дебил не хочет меня пускать. Я тут уже полчаса стою. Насколько я вижу, ваш пропуск в вип-зону был аннулирован. Что ты сказал? Держите себя в руках, или нам придется вас вывести. Так, а как мне получить? Вип-пропуск. В вип-зону. Так, у нас тут что? Всегда найдется деловой. Да уж. Ты сейчас обратно наверх? Ага. Сейчас только скажу посту. Так, это что? Это лифт? О, а ты кто? Оба-на. Это куда? Чё, блять, это сортир. Так. Нет, фу-фу-фу, нам сюда не надо. Так, вип-зону. Как нам попасть в вип-зону? Может, с тобой побазарить? Нет. Они так начинают орать, что им больно, так все. А тут я бы... Это голограмма. Ты тупой, что ли? Уже помечтай. Так. Ну все, я попал в вип-зону. И чё сложного? Так, мне надо куда? Мне надо вот сюда, вот, да? Что будете? Хоть бы этот не пиздел, не по делу. Два секс-зомби за один день – это слишком много. Даже... Привет! Кажется, у меня тут что-то сломалось. Чё сломалось? Я не очень понимаю. У меня нет твоих данных? Я даже не знаю, что делать. Импровизируй. Я хочу поговорить с Эвелин Паркер. Это очень важно. Я тоже хочу. Столько раз уже ей звонил. Все без толку. В смысле, ее тут нет? Она повредила себе лицевой экран. Ей пришлось уехать в клинику в Осаке. Или в Осло. Наверное, все-таки в Осло. Так это была Осака или Осло? Осло, да, точно, Осло. Она сама тебе сказала, что сваливает? Нет, просто не пришла на работу и трубку не брала. Я решил спросить Дубмана, что с ней. Он мне и сказал, что она уехала. Дубман? Кто это? Мистер Форест. Все его зовут Дубманом. Не знаю, если честно, почему. Окей, значит, мистер Форест. Кто он? Типа нашего агента. Находит новые таланты, решает вопросы. Само собой. Так, ладно, теперь мы направляемся к Дубману.